Вот смотрите, работает Dyson. Потребляет у нас ток он конкретно, если честно сказать, мощный. У меня в сети, видите, 187. Вот отключили Dyson. Дай-ка, Вик. Включили. Вот он, Dyson. Оригинальный, нормальный Dyson. Включаем. 191 у меня в сети ток. Смотрите, как падает. Почти 10 вольт напряжение падает. Теперь, Вик, можешь включить кондиционер? Включаю кондиционер. Ну, Dyson меня не трогай, вот держу в руке. Включаю кондиционер. Ток упал у меня конкретно, да? 190, а еще не запустился. Вот запускается мотор. Наружный блок вот включился, походу. Напряжение упало. И включаю Dyson. И он перестает работать, представляете? Вообще 178, 179. Dyson пока работает. Сейчас он переставал работать. Сейчас 186. Ток выровнялся. В общем, суть такая, что если напряжение маленькое в сети, Dyson перестает работать. Не выключается. Вот работает кондиционер в сети, сейчас 193. И Dyson перестал. Вот, включился. 186. Почему-то, если ток маленький, он выключается, якобы перегревается, или защита по напряжению у него есть. В общем, не спешите списывать его. С ним может быть все нормально. Скорее всего, у вас напряжение в сети слабое. Или сила тока, ампер маленький. Бля, вот что работает. Как вот только что он отключался. Нет, из-за него не может быть. Сейчас работает. Только что отключался. Как будто он перегревается, что ли. В общем, не суть. Суть в том, что если Dyson у вас отключается, не спешите его нести в ремонт. Сперва проверьте напряжение в сети в вашем доме.